Друзья мои, всем огромный привет. Ну, смотрите, где нахожусь. Нахожусь на заправке «Газпромнефть». Ну что, ехал с Москвы, по делам ездил. Ехал-ехал и, как говорится, приехал. Все, вот моя машина. Все разобрал, проверял. История какая? Проехал в районе 90 километров от Москвы. И загорелся чек, потом перестала работать магнитола, перестали работать стеклоподъемники. В общем, ехал до поры до времени, не доехал 100 метров до Каширского поста, и машина встала. Все, тяга пропала, начала глохнуть, ну и заглохла, соответственно. Лампочки горят в пол накала, либо плюс отвалился на массу где-то, либо масса на плюс. Ну, пересмотрел все, в принципе, ну, проводка вся нормальная, не вижу ничего. Мне посоветовал Тимоха, сделай проводами. В общем, накидывал на минус. И, соответственно, на раму и на мотор пробовал. Думали, может, масса отошла. Нет. Сейчас что делаю? Были со мной друзья. Отправил их... получается, от Каширского поста меня вызвал дорожный патруль этот, как он называется-то. Ангелы дорожные. Дотащили меня до заправки, завели с толкача, вроде машина начала работать. Ну и решено было ехать дальше. Проехал, может, километров 10, машина опять заглохла. Остановился парнишка на джиле, подцепил, дотащил до заправки, получается, сюда. И поехал дальше сам. И так я, ребят, пришлось им домой надо ехать. По очереди отправлял, подходил к водителям на заправке. Ну и кто в нашу сторону ехал, в сторону Тульской области. Ну и так они и забрали, всех троих отправил. А сейчас жду друзей. Позвонил своей банде. Банда сказала, сейчас вызовут такси, поставят туда аккумулятор от фуры, дадут длинные провода. Ну вот так подключусь и придется так ехать на аккумуляторе. Вариант такой, что сдох генератор и, соответственно, аккумулятор высаживает. Но если из километров 40-50 я проехал на аккумуляторе, я думаю, так. В общем, стою на посередине дороги. 110 километров проехал, 114 километров до дома осталось. Еще раз машина. Что хорошо, рядом есть Бургер Кинг. Если проголодаюсь, пойду покушаю. Ну и сейчас пойду и покушаю. Стою уже час. Еще буду час точно стоять. Ну что, ребята, далее включимся. И буду показывать, поеду я или не поеду. А то придется вызывать и уже ехать на эвакуатор. Эвакуатор один остановился, где Каширский пост. Я говорю, довези до сервиса. Он говорит, 3500. В общем, как бы, я знаю такие дела, когда если везут, он сейчас привезет свой сервис, а, соответственно, там обдерут деньги, как за новую, блин, машину. Ну ладно, ребята, все, не прощаюсь. Скоро включимся. А я пока пойду, наверное, покушаю. Едет таксист. Везет аккумулятор. Здорово. Как у нас продажник? Хорошо. Ну давай, продажник еще поставим, а провода, в принципе, мне. Сначала провода может? Ну вот, друзья, потихоньку еду. Все, и чек пропал. В общем, мне кажется, у меня заклинил аккумулятор. Такие провода. В багажнике стоит от фуры. Значит, вот так вот еду. Осталось 100 километров. Скоро буду дома. Таксист приехал, молодец, помог нацепить. Так что люди у нас хорошие есть в нашей стране. Сейчас остановлюсь тогда, когда приеду на базу и покажу, как это было все подключено. Ну, в общем, друзья, смотрите, какое подключение. Аккумуляторы подсоединили провода такие большие. И через салон к аккумулятору вот к этому. Вот так и ехал. Ну все, друзья, погнал я. Ну, в общем, приехали в сервис. Сейчас загоняю аккумулятор на зарядку. А завтра уже буду разбираться, что там. Аккумулятор заряжу. Все. Друзья, всем пока.
в комментариях потом напишу, что было.